Сегодня наша тема носит название «Изменяя слово». И это довольно-таки серьезная тема, о которой задумываются многие люди. Потому что у каждого есть своя любимая Библия, свой любимый перевод. Кто-то говорит, что новый международный перевод — это самая лучшая Библия. У других есть другие переводы, которые они предпочитают. Кто-то предпочитает перевод короля Иакова. Что касается лично меня, то я пришел к познанию Бога, читая новый международный перевод. И я нашел Бога, читая этот перевод и через этот перевод. И это хорошо. Но когда вы возрастаете в вашем христианском опыте, вы можете обнаружить различные взгляды, которые существуют в мире на одно и то же библейское учение. И Библия говорит, что она, Библия, полезна для наставления, для обличения. И послание к Тимофею призывает нас к тому, чтобы мы вникали в учение. Итак, учение имеет важное значение для того, чтобы мы знали, что же Слово Божье говорит в действительности. В особенности, если речь идет о незначительных нюансах, если у вас нет четкого, ясного библейского учения, тогда вы не можете сказать, в чем разница. Все одинаково. И вы приходите к тому, что у вас есть икуменическая Библия. Итак, изменяя слово. Откровение, 22 глава, 18 стих, говорит: И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги Сей, если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге Сей. И если кто отнимет от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге Сей. Мы говорили об этом уже вчера. И это очень серьезная тема. Искажение и извращение Слова Божьего. Хочу дать вам небольшое резюме о книгах, которые общедоступны и полезны тем, кто желает узнать побольше о разных переводах Библии. Например, наша авторизированная Библия «Защищена» — это неплохая книга, она была издана в 30-х годах и переиздавалась. Также, какой Библии мы можем доверять? Лес Гаррет написал эту книгу. Переводы Библии Нового века доктора Риплингера также содержат много полезной информации. Таким образом, вы видите, что есть несколько книг, которые могут помочь нам определить, какой же версии, кому переводу мы можем доверять. Стихи, подвергшиеся изменению в разных переводах Библии. Новая американская стандартная Библия дает 909 стихов, которые были изменены. Revised version 788. Новый мировой перевод 767, новый международный перевод 695, Good News Bible 614, Amplified 484, Duay, то есть иезуитская Библия всего 421 стих, меньше, чем новый американский стандартный перевод. Это удивительно просто. Реформация, конечно, отвергла эту иезуитскую Библию полностью, но протестанты с радостью принимают эту. Очень странно. Старая Библия свидетелей Иеговы содержит всего 120 измененных стихов. И когда эта Библия была издана, был большой плач и крик, потому что они привнесли столько много изменений. Но сегодня мало кто осознает, что он держит в руках. И 120 стихов, измененных в старом иеговистском переводе, выглядят просто как детские шалости. Новый перевод короля Иакова игнорирует текстус рецептус 1200 раз. Я часто использую новый перевод короля Якова, и он мне нравится в каком-то смысле, но мне приходится отмечать везде, где Он меня раздражает. Например, везде, где Библия говорит, что Иисус есть Сын, то в новом переводе Короля Якова говорится раб, что придает, конечно, совершенно иное значение. Слово Господь, по крайней мере, в 66 случаях устранено из текста. Меня больше интересует, и я концентрируюсь больше на вопиющих изменениях. И существуют определенные ступени, шаги от плохого к худшему. И мы увидим это. Библия свидетелей Иеговы — это была первая Библия, которая была изменена это произошло в начале 20 века, когда Вескот и Хорн издали свои документы. Они тогда не имели еще своей Библии, потому что до начала 20 века не было другого перевода, кроме иезуитского, который был отвергнут реформацией целиком и полностью. Итак, давайте посмотрим, что же они сделали. Мы быстренько пройдем через это. Представьте, что каждый из вас получил Библию, к примеру, перевод короля Иакова, и также вам дали ручку в руки и сказали, вычеркивайте, это то, что они сделали, это то, что в точности произошло. В ранний период Еговицкой церкви это была единственная Библия, которую они имели, до того, как они напечатали свою Библию. И они стали изменять Библию. Например, Матфея 16, глава, 3 стих. Если вы откроете их Библию, там вы не найдете этот стих. Также этот стих изменен в других версиях, я вам покажу. И все, что изменено было в Яговистской Библии, оно также изменено, по крайней мере, в большей или меньшей степени в других переводах. Итак, они вычеркнули из своей Библии Матфея 16 главу 3 стих. Также, если взять Марка 9 главу 46 стих, они также это все вычеркнули. Также Марка 16 главу с 9 по 20 стих они вычеркнули целый отрывок. Интересно, почему, правда? Потому что здесь Иисус появляется физически после Воскресения. И это проблема. Потому что в эзотерическом мире они учат, что физического Воскресения не существует есть эзотерическое и если Иисус появляется физически после воскресения это проблема поэтому они вытирают всю главу или весь отрывок который говорит не совсем так как им нравится об этом вопросе если вы посмотрите на более современные переводы то по крайней мере в сносках где-то в примечаниях не говорят что этого отрывка нету в более древних манускриптах но если мы посмотрим, то уже более древние манускрипты были искажены, потому что имели исправление Оригена. Иоанна, первая глава, первый стих. В новом мировом переводе это Библия свидетелей свидетелях Иеговы, после того, как они ее опубликовали, говорится следующее. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог с маленькой буквы». В то время, как в Библии короля Иакова говорится, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог с большой буквы. И так очевидно, что в Библии короля Акова Иисус был Богом, в то время как в Библии свидетелей Иеговы Он уже меньшее существо, Бог с маленькой буквы. Так говорит нам этот новый мировой перевод. Когда мы откроем Иоанна 8 главу с 1 по 11 стих, опять же, вы не найдете этого отрывка с 1 по 11 стих. Просто возьмите ручку, дамы и господа, и зачеркните то, что вам не нравится. Нам больше это не нужно, мы это выкидываем. Деяние 8 глава 37 стих также отсутствует в Яговистской Библии, потому что Иисус назван здесь единственным путем спасения. И этот стих нам не подходит тоже. В других переводах он также отсутствует. 1 Иоанна 5 глава 7 стих. Это большая проблема, потому что Иисус является частью Троицы, частью Божества. Вытерли это, убрали и в других версиях также убрали. Итак, вот что сделали свидетели Кова. Взяли ручку и просто позачеркивали и повычеркивали все то, что им не нравится во всей Библии. И целые отрывки, которые им не нравятся в Библии. И это был большой крик и плач, что они это сделали. Но представьте, что Библии, которые многие имеют сегодня, имеют больше искажений и никто не выступает против этого. Не кажется ли вам это странным? Дублин Ревью 1881 год, руководствуясь надежным авторитетом текстуального критицизма. Обратите внимание, не тем, что говорит Слово Божье, а только лишь текстуальным критицизмом. Эти люди отважились изъять 40 стихов вдохновенного Слова Божьего. Это было 40, сейчас это сотни стихов. История о крещении Ефеоплянина также исчезла из текста. Ангел у купальни Ефезда изъят. Ангел агония остается до следующего пересмотра. Небесные свидетели также изъяты, и ни одно примечание не оплакивает их потерю. Последние 12 стихов Евангелия Марка помечены от всех остальных Евангелий и готовы быть изъяты, когда настоятель Берген умрет». Когда он умрет, тогда мы уберем эти стихи. И, конечно же, он умер потом. А история о женщине взятой при любодеянии взята также в скобки. И, как и многие другие отрывки, напротив этой истории сделана отметка в примечаниях, что они, как лесные деревья, уже приготовлены для топора критиков. И кто может сказать, когда наступит их исчезновение? Это был 1882 год, когда они только начали пересмотр Библии. Это просто невероятно. Давайте же посмотрим, что современные ученые люди говорят. Это современное библейское общество говорит. Новым тестаментом грека — немецкое библейское общество Штутгарт. Вот что они говорят. Когда Эберхард Несли в 1898 году представил первое издание Новым Тестаментом Грекая, он издал труд, последствия которого были неизвестны не только ему, но и всему вертенбергскому библейскому обществу, которое сделало это издание возможным. Если текст Рецептус в то время все еще имел некоторое количество защитников, то наука... Обратите внимание, наука 19 века доказала, в конце концов, что он был худшим текстом Нового Завета. В конце концов, Текстус рецептус был признан худшим, несмотря на то, что он выстоял на протяжении многих веков. В то время издание Тицендорфа, это тот, который нашел этот кусок мусора в своей мусорной корзине, на котором сегодня основываются все современные переводы Библии с 1841 года, и также законченные издания «Вескота» и Хорта, которые контролировали поле в то время. В практических терминах на уровне университета, школы, церкви издание текстус рецептус было все еще широко используемым на международном уровне, к примеру, библейским британским обществом до 1904 года. Несмотря на все уважение к переменам, британцы не так быстро меняли свое отношение. Только с изданием текста Нестли правление текстуса рецептуса пришло к своему концу и здесь. Большая радость была в римокатолических кругах, когда им в конце концов удалось разрушить текстус рецептус. Энциклопедия Британика говорит нам нечто об оригении, и мы увидим это. Полученный текст, текстус рецептус, это старый византийский текст, который содержит сотни копий, которые согласуются между собой. Написан на древнегреческом языке коине. Сотни слов, которые не могут быть переведены на классический греческий. Ранее церковь использовала манускрипты на греческом коине, отвергнув александрийские переводы, которые основывались на искаженной версии Оригена и других гностических дополнениях. Энциклопедия Британика также говорит нам о том, что Ориген учил, что Иисус был сотворенным существом и не имел вечного предсуществования как Бог. Итак, вот основа. Если вы хотите получить экуменическую Библию, вам нужно устранить Иисуса Христа как Спасителя душ и как Бога. Это необходимо сделать. Итак, я думаю, нам следует обратиться к книге «Наставление и учение», которая является масонским источником. Это доктрина трансмиграции душ, другими словами, реинкарнации, что душа перевоплощается снова и снова, присутствовала, как говорит нам Порфирий, у персов, маги, волшебники, если хотите, Геродот также веровал в это, египтяне верили в это, курды верили в это, китайцы верили в это, также Ориген верил в это. Здесь мы видим об этом. Все эти эзотерические идеи Ориген придерживался их. И епископ Синесиус в своем письме говорит Богу, «О Отец, Даруй моей душе воссоединиться с светом, чтобы она не погрузилась опять в грязь земли. Другими словами, он просит о реинкарнации. Также гностики придерживались этого верования. Точно так же, как индусы сегодня придерживаются этого верования. И даже ученики Христа задавали вопрос, если человек родился слепым, не является ли это наказанием за некоторые грехи, которые он соделал до своего рождения. Это типичный пример, как масоны извращают священное писание. Спрашивали ли апостолы об этом? Давайте посмотрим, что они спрашивали. Иоанна 9 глава 2 стих. Рави, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым? Они не спрашивали, когда он согрешил, в этой жизни или в прошлой жизни, или его родить. Итак, вы видите, мы имеем дело с искажением. Все, что говорят эти люди, это искажение. Мы не можем доверять тому, что они говорят. Вы, наверное, уже знаете, кто такие эзотерики. Я говорил, что даже ранняя церковь была уже испорчена, и Павел говорит о том, что даже в его время были многие, которые извращали священное писание. Ориген. Вот что говорится о нем в наставлениях и учениях, страница 544. Родился в 134 году, в самом начале христианской эпохи. Отвечая Цельсию, который возражал против того, что в христианстве есть тайное учение, Ориген говорит, поскольку главные и важные учения и принципы христианства открыто преподаются, глупо возражать, что есть другие вещи, которые сокрыты потому что это характерно для христианства вместе с теми философами, учения которых содержит нечто экзотерическое, например, для внешнего мира, и нечто эзотерическое для внутреннего круга посвященных. И достаточно сказать, что так же было с некоторыми учениками Пифагора. Итак, здесь Ориген говорит о посвящении, о внутреннем круге посвященных. Другими словами, Ориген верит в два учения, одно для внешних, другое для внутреннего круга посвященных. Наставление и учение продолжает. Ориген дает много информации о таинствах афитов. И нет никакого сомнения, что все гностики, гностические секты имели таинство и посвящение. Итак, мы видим тайное учение, которое пришло в христианскую церковь. Все они утверждали, что они обладают тайным учением, которое получили прямо от Иисуса Христа, которые отличаются от Евангелия посланий и превосходят их по значению. Итак, они были посвященными, которые знали больше, чем другие люди. Евангелие и послания были просто для непосвященных. Итак, Евангелие — это для глупых людей, а тайное учение — для посвященных, для умных. Продолжаем читать наставления и учения, чтобы узнать побольше, кто же эти отступившие отцы церкви, кто они, которые отвергнуты были ранней церковью. Таинства были открыты только Фиделес или верным. И вы помните, что католическая церковь имела изображение женщины с чашей, и снизу была подписана Фидес, которая является также посвящением богине, и мы говорили об этом в предыдущей лекции. Тертулиан, один из отцов церкви, который умер в 216 году, говорит в своей апологии, «Никто не может участвовать в религиозных таинствах без клятвы таинственности. Мы приступаем к нашим фракийским и элевсинским таинствам, и мы должны проявлять особую осторожность, потому что если мы покажем свою неверность, мы можем не только раздражать небо, но также навлечь на себя чрезвычайный гнев человеческого недовольства. Могут ли чужие предать нас?» Они не знают ничего, только слухи и молву. Удалитесь, вы непосвященные, вам запрещены все святые таинства. Итак, мы с вами непосвященные профаны. Уходите, глупые. Мы, посвященные, мы знаем, как нужно все делать. Итак, это еще один отец церкви Тертулиан, который умер в 216 году. Мы читаем прямо из масонского источника. Также Климент Александрийский. Это уже вполне ожидаемо, что Александрийский епископ был испорчен. Он родился в 191 году, еще один ранний епископ. В своей стромате он говорит, что он не может объяснить таинство, потому что ему придется тогда, согласно древней притче, вручить меч в руки ребенка. Итак, что мы видим до сих пор? Вы профаны, непосвященные дети, непосвященные, неразумные. Итак, Кирилл, епископ Иерусалима, родился в 315 году, умер в 386. Также мы берем из учения и наставления. В своем катехизисе он говорит, «Господь говорил притчами к своим слушателям на публике, но к своим ученикам в приватности он объяснял притчи и аллегории, которые он говорил на публике. Сияние славы для тех, которые уже ранее были просвещены». Итак, только они получают просвещение. Мрак и темнота это удел неверующих и невежд. Вау. Такими церковь находят свои таинства для тех, которые попали в группу так называемых катекюмен. Это еще одно слово для вас катекюмен. И я так горжусь тем, что я в этой группе катекюмен. Мы используем непонятные термины наряду с другими. Итак, тупые. Вы никогда не узнаете истину, только посвященные узнают истину. Итак, что же Матфей говорит о притчах? 13 глава, стих 35. «Да сбудется реченное через пророка, который говорит отверзу в притчах устамы из реку сокровенная от создания мира». Итак, притчи открывают истину, а не для того, чтобы сокрыть ее. Они же говорят, что притчи для того, чтобы сокрыть нечто, а не для того, чтобы открыть. Итак, еще один известный отец церкви, Святой Августин. Должно быть, вы хорошо знаете Святого Августина. Это один из отцов-основателей католицизма, если хотите. Он родился в 347 и умер в 430 году. В одном из своих дискурсов он говорит, отпустив катакюмен. Эй, катакюмены, уходите. Мы оставили вас для того, чтобы вы были нашими слушателями. Как прекрасно, спасибо вам за эту привилегию. Потому что кроме всех тех вещей, которые принадлежат всем крестьянам в общем, мы сейчас обратимся к вам. Относительно высочайших таинств. Никто не может слушать этого, кроме тех, которые были волею Господа, соделаны участниками этих таинств. Итак, одних Иисус избирает по своей благосклонности, а другие же для Него являются просто катакюманы. Идите отсюда. Вам скажут только то, что вам следует услышать. Учить их открыто означает предать их, как мило. Не является ли это обманчивым? Это просто отвратительно. Иоанн Златоуст и святой Августин говорят об обряде посвящения более чем 50 раз. Святой Амвросий пишет к тем, кто уже были посвящены. И посвящение — это было не просто крещение или принятие в члены церкви, но относилось к посвящению в таинство. Наставление и учение, страница 546. Эти заявления звучат из первых уст. Это неопровержимо. Нет лучшего источника, чем этот. Что же этот источник говорит об Иоанне Златоусте, епископе Константинополя? Это еще одно место, где появилось много ересей и заблуждений. Он родился в 354 и умер в 417. -м. Он говорит, «Я хотел бы говорить открыто, но я не осмеливаюсь из-за тех, которые не посвящены». О oh, О oh, еще один. Итак были ли испорченные епископы в ранней церкви Да или нет? Можем твердо сказать, что да. Я позволю себе поэтому использовать скрытые термины, рассуждая в скрытой манере. Там где празднуются святые таинства, мы уводим всех непосвященных людей и затем закрываем двери. Эти люди делают свои дела в темноте. Он упоминает возгласы посвященных. Я слушаю Пасху в тишине, Потому что я не могу рассказать об этом непосвященным или профанам. Если вы непосвященный, вы профан, вы катакюмен, как бы они еще нас могли назвать. Карл Маркс называет нас скотом, людская трава. Святой Кирилл Александрийский. Как вам это нравится? Все они святые, святые чьи. Он стал епископом в 412 году и умер в 444. Он говорит в седьмой книге «Против Юлиана». Эти таинства настолько глубоки, настолько возвышены, что они могут, могут быть поняты только теми, кто просвещены. Какое счастье, что некоторые из нас такие просвещенные знают, что происходит в мире, а остальные все глупые. Так, что же Библия говорит обо всех этих секретных, тайных посвящениях? Исая, 45 глава, 19 стих. Не тайно я говорил ни в темном месте земли. Не говорил я племени Иакова, напрасно ищите меня. Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину». Это звучит прекрасно. Мне нравится, что Господь говорит здесь. Исайя 48, 16. «Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно, с того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Видим, что у Бога нет секретов от людей. Амоса 3.7. Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Марк, 4 глава, 22 стих. Давайте обратимся к Новому Завету. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». Луки, 8 глава, 17 стих. «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы». Луки 11.33. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Иоанна 7 глава 4 стих. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру. Чье учение вам нравится больше? Этих отделенных, просвещенных, посвященных или же библейское учение? Какому Богу вы предпочитаете служить? Богу этих посвященных только ли или Богу Библии? Мне нравится то, что говорит Библия. Мне нравится Иисус Христос. И я хочу поделиться с вами, что сказал Иисус. Иоанна, 18 глава, 20 стих. И Иисус отвечал ему, «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся. И тайно не говорил ничего». Какого Бога вы предпочитаете? Я предпочитаю этого Бога. Я ненавижу секретность. Я ненавижу эту религию секретности, где кто-то говорит, что я знаю больше, чем ты знаешь. Ведь это отвратительно, когда кто-то говорит, я знаю тайное учение, и если ты не принимаешь его, значит, ты невежда, необразованный. Давайте посмотрим, как они меняли Библию, эти посвященные, просвещенные, для того, чтобы скрыть истину от всех остальных людей. Посмотрим, какие стихи они изменили. Мы знаем, что они изменили их. Давайте посмотрим несколько легких стихов, и потом будем погружаться все глубже и глубже в доктринальные стихи. И я хочу напомнить, что сказал Хорт, что они будут изменять Библию очень аккуратно, там словечко, там словечко, и никто даже не заметит этого. Но когда они сделают все эти изменения, все маленькие изменения в одном большом пакете. Тогда, когда человек будет читать эту Библию, то он будет читать нашу доктрину, а не их доктрину. Так сказал Хорт. Второе царство, 21 глава, 19 стих. Новый международный перевод. Было и другое сражение в Гобе. Тогда убил Елханан, сын Ягре Аргима, вифлеемского Голиафа Гефянина, у которого древко копя было как навой уткачей. Итак, кто убил его? Читаем, что это был Елханан, сын Ягре Аргима. Читаем теперь перевод короля Иакова. «И было другое сражение в Гобе, тогда убил Елханансон, сын Ягоры Аргима Вифлеемского, брата Голиафа Гефянина, у которого древко копья было, как новой уткачей». Кто убил Голиафа? О, значит, вы предпочитаете перевод короля Иакова, а не новый международный перевод. Читаем 2 Царь, 23 глава, 5 стих. «Не прав ли мой дом перед Богом?» Перевод Корлякова. «Не таков ли мой дом перед Богом?» Вы видите, что они все переворачивают, где Бог говорит, что это неправедно, они говорят, это праведно. Еще один стих. Осия, 11 глава, 12 стих. «Иуда бунтовал против Бога и даже против верного святого». Библия короля Акова, «Иуда держался еще с Богом и был верен со святыми». Бог говорит, «Ефрем оставил меня, Израиль оставил меня, но Иуда еще остается со мной». Кому-то это не понравилось, поэтому они изменили этот стих, и Иуда также стал отступившим. Но не пугайтесь, это еще мелочи. Но это тоже важно. Кто с Богом, а кто нет. Матфея, 5 глава, 44 стих. «Но я говорю вам, любите врагов ваших и молитесь за преследующих вас». Revised Standard Version. Перевод короля Иакова. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Оказывается, можно все это вычеркнуть, и тогда у нас уже неполная картина, неполная история. Матфея, 18 глава, 11 стих. Разве это не важный стих в Библии? В переводе короля Иакова. «Сын человеческий пришел спасти погибшие». Как вам кажется, разве это не важный стих? Я думаю, это очень важный стих. Почему же этого стиха нету в Revised Standard Version? Потому что Иисус не должен быть единственным спасителем. Мы должны быть способными сами себя спасать, потому что масонство учит, что мы можем сами себя спасти. Зачем тогда Иисус? Это всего лишь один из примеров. Матфея, 20 глава, 16 стих, Revised Standard Version. Последние будут первыми, и первые будут последними. Ну что ж, неплохо. Что же говорит перевод короля Якова? Последние будут первыми и первые последними, потому что много званых, но мало избранных. Вы видите различия здесь? В переводе короля Якова говорится о том, как важно избрать правильный путь. В первом варианте никто не погибнет. Неважно, каким путем ты идешь, но здесь говорится о том, что ты погибнешь, если ты сделаешь неправильный выбор. Как вы думаете, какой стих правильный? Итак, они вычеркивают все, что говорит о важности правильного выбора. Матвея 20 глава 22-23 стихи ⁇ Новый международный перевод ⁇ Не знаете, чего просите, ⁇ сказал Иисус им. Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Мы можем, они ответили. Очень интересно. Иисус сказал им, чашу мою пить будете, но сидеть по правую или по левую сторону, не от меня зависит. Эти места принадлежат тем, которым приготовлены отцом мы. Что же говорит перевод короля Якова? Иисус ответил и сказал, не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься? крещением, которым я крещусь. Можете ли вы принять то крещение, которое я принял? Можете ли вы, другими словами, пройти через то, что я прохожу? Можете ли вы пройти через эти страдания? Матфея, 25 глава, 13 стих. Revive Standard Version. «Борствуйте, ибо не знаете ни дня, ни часа». Скажите, пожалуйста, это логический стих, чтобы поместить его в Библию, чтобы Бог Вселенной поместил его в Библию. Сказать бодствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, чего, дня или часа чего? О каком событии идет речь? Перевод короля Якова говорит, когда придет сын человеческий, тогда это уже звучит более логично. Какой стих более логичен? Конечно же, второй. Итак, пожалуйста, обратите внимание, что этот искаженный перевод говорит, вы не знаете ни дня, ни часа, может быть, речь идет о приходе продавца мороженого, но здесь во втором стихе говорится важная деталь когда придет Сын Человеческий. Давайте пойдем дальше. Обратите внимание, что сделали в новом международном переводе, в Матфея 24, глава 36 стих. одни же том, мы только что читали об этом, или часе, не знает никто, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец мой один». Читали ли вы когда-нибудь этот стих? «Ни Сын». Что же говорит перевод короля Иакова? О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Где же эта вставка? Не сын. Здесь ее нет. Если мы возьмем стих, в котором Иисус говорит, что я и Отец одно, из этого стиха следует, что Иисус знает, когда Он приходит. Да или нет? Да. Но если здесь сказано, не сын то что они этим хотят сказать? Что подразумевает это? Что Иисус не является частью Божества. Другими словами, они хотят сказать, что Иисус не является частью Божества. Это серьезное изменение. Марк, 2 глава и 17 стих. «Я пришел призвать не праведников, но грешников». Как мило это звучит. «Эй, грешники, все приходите ко мне». Это здорово. Новый международный перевод. «Я не пришел призвать праведников, но грешников». Перевод королякова. Я пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию. Вау, это уже серьезно. Потому что это уже экономическими интересами продиктовано. Давайте все вместе веселиться. Неважно, что вы соблюдаете. Может быть, соблюдаете 10 заповедей, может вы что-то еще делаете. Если вы верите, вы можете спать с 50 женщинами в одно и то же время. Кому какое дело? Но нет, перевод королякова говорит покаянию. Итак, давайте вычеркнем, нам это не нужно. Мы просвещенные, мы посвященные, мы выше этого. Марк, 6 глава, 11 стих. Обратите внимание, я сейчас говорю о маленьких, незначительных изменениях, чтобы вы могли увидеть большую картину, общую картину в конце времени. Я не собираюсь говорить о больших изменениях, всего лишь о незначительных изменениях. То тут, то там. Марка, 6 глава, 11 стих. И если кто не будет слушать вас и не примет вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них». Что же говорит перевод короля Якова? «И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них». «Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гаморе в день суда, нежели тому городу». Как вы думаете, почему они убрали этот стих? Тот стих, в котором говорится о дне суда, о Содоме и Гаморе. Потому что они не верят во что? В суд. В их понимании, выбор, который ты делаешь, не играет никакой роли. Он не важен. Потому что есть реинкарнация. Все, что ты сделал не так в этой жизни, ты можешь исправить в будущей жизни. И даже если ты не смог исправить в следующей жизни в Чистилище, ты сможешь это все исправить. Поэтому они решают избавиться от суда. Давайте выбросим это из Библии и так решим проблему. И они изменили этот стих. Вы видите, как много уже отрывков не хватает. Мы не говорим о стихах, которые были изменены целиком. Мы говорим о половине стиха или о славе. Марк, 10 глава, 21 стих. Ревай Standard Version. Приходи и следуй за мной. Новый международный период. Приходи и следуй за мной. ASV. Приходи и следуй за мною. Перевод короля Якова. Приходи, возьми крест свой и следуй за мною. Вы видите различия между этими двумя вариантами? Здесь говорится о кресте. Когда вы становитесь христианином, ваша жизнь изменяется, и вы несете крест. Именно это и есть христианство. И с другой стороны, что мы с вами видим? Спасение во грехах — одна большая веселая вечеринка. Марка, 10 глава, 21 стих. Зачем они выбросили это? Это просто невероятно. Взять просто и выбросить эти слова. Марка, 10 глава, 24 стих. «Revise standard version». Дети, как тяжело войти в Царство Божие. Новый международный перевод. Как тяжело войти богатым в Царство Божие? Еще хуже. Перевод короля Иакова Дети, как трудно, надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Какая разница между этими двумя вариантами? Здесь вообще получается лучше не пытаться попасть в Царствие Божие, разве что реинкарнировать несколько раз. Здесь лучше не становиться богатым, лучше избавиться от всех своих денег. В переводе короля Якова мы видим, что проблема не в деньгах. Проблема в отношении, когда деньги становятся идолом. Тогда мы видим проблему. Разве не так? Вы можете быть богатым и в то же время своим имуществом служить Богу. Таким образом, этот стих, последний вариант, предыдущие несут разочарование людям. Но Бог всегда пытается ободрить людей. Они решили убрать этот стих. Ну, и это понятно, потому что для того, чтобы содержать столько монастырей и привлекать туда людей, нужно убрать этот стих из Библии. Марк, 13 глава, 14 стих. «Когда вы увидите мерзость запустения там, где не должно быть». Хорошо. Интересно. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, это уже перевод Королякова. Зачем же они убирают это? Потому что Иисус указывает на две особенно важные апокалиптические книги в Библии, из которых мы можем узнать о последних событиях. Одна — это книга Даниила, и вторая — это книга Откровения. Блажен читающий слова пророчества книги сей, если говорить о книге Откровения. И здесь Иисус говорит, когда вы увидите реченное через пророка Даниила, обращайтесь к книге Даниила, вы найдете некоторые ответы там, потому что они спрашивали, какой признак твоего пришествия и кончины века. Иисус говорит, обращайтесь к книге Даниила, говорит Иисус. Давайте... Уберем это, вытрем, избавимся от доказательств. Просто выбросим эти слова. Они не любят это пророчество. Луки, 2 глава, 14 стих, Revised Standard Version. «Слава вышних Богу, и на земле мир среди людей, которым Он благоволит». Перевод короля Якова. «Слава вышних Богу, и на земле мир человеком благоволения». В чем же разница между этими двумя? Это очень тонкое изменение, но в чем оно заключается? В первом варианте мы видим посвященных, которым Бог благоволит. Во втором же варианте говорится о том, что Бог благоволит каждому человеку. У него нет два класса. И как такое может быть? Им это не подходит. Потому что они верят, что есть нечто для внутреннего круга, а здесь получается, что Бог благоволит всем. Вы видите, это отвратительно то, что они делают. Луки, 4, глава, 4 стих. Еще есть одна проблема, потому что это не согласуется с характером Божьим. Это важный принцип. И здесь не вопрос грамматики, вопрос принципов. Луки, 4, глава, 4 стих. Иисус сказал в ответ: Написано, не хлебом одним будет жить человек. Revived Standard Version. Новый международный перевод. Иисус ответил, Написано, не хлебом одним будет жить человек. Это верно или нет? Перевод короля Иакова. Иисус сказал ему в ответ, «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим». Ой, да мы же изменяем это Слово Божье. Лучше убрать это, а то мы обличим сами себя. Так работает их логика, поэтому они убирают этот стих. Слово Божье не так важно. Слово Божье теперь второстепенно. Важно только то, что ты чувствуешь. То, что ты чувствуешь, это правильно, потому что Бог ведет тебя своим духом, и все религии ведут к первоисточнику. Доверяйся своим чувствам, забудь о Слове Божьем. Разве не это учение мира сегодня? Но если ты доверяешь Слову Божьему, то узнай получше, чего желает от тебя Господь, и сделай необходимые изменения. 2 Тимофея 3,16. ASV. Каждое писание вдохновенно Богом и полезно для научения. Перевод короля Якова. Все Писание, данное по вдохновению от Бога, полезно для научения. Одно маленькое слово изменено. И в чем разница? Хорт сказал, что мы будем изменять по чуть-чуть. Там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. И никто ничего не заметит. Они же невежды, они катакюмены. Согласно первому варианту, только вдохновенное Богом Писание является полезным для научения. А какое из Писаний вдохновенно, какое нет? Это будут решать, конечно, просвещенные и посвященные. Вот почему Папа говорит вам, во что верить, и вы должны последовать этому. И если вы будете делать по-своему, вы тогда будете объявлены еретиком. Это ересь, и вы заслуживаете смерти. Все Писание богодухновенно и полезно для научения. Луки 9 глава 55-56 стихи. Посмотрите, что исчезает. В Он обратился и запретил им и пошли они в другое селение. Новый международный перевод. Но Иисус обратился к ним и запретил им и пошли они в другое селение. В таком переводе этот стих звучит не только странно, но и глупо. Просто глупо. Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете какого вы духа. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение. Какой из этих двух вариантов вам кажется более осмысленным? Который вам кажется более важным? В переводе Короля Якова мы видим смысл, мы видим силу. Здесь говорится о спасителе. Здесь говорится об ответе на человеческие нужды. В этих же двух вариантах нет никакого ответа. Никто ничего бы не потерял, если бы их вообще не было в Библии. И я не верю, что Бог поместил в Библию такие бессмысленные стихи. Луки, 22 глава, 43 и 44 стихи. Они полностью отсутствуют в Revised Standard Version. «Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в Барении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю». Как вы думаете, почему они убрали этот стих? Помните, они не верят в искупление. И если они не верят в искупление, то, следовательно, они не верят, что Иисус пролил хотя бы одну каплю крови за вас. Так что необходимо это убрать. Это отвратительное учение об искуплении, как говорил Хорт. Это серьезные изменения. И Господь говорит, что те люди, которые так небрежно относятся к Его Слову и изымают Иисуса Христа из Евангелия, и заплатят за это. Иоанна 10, глава 14 стих. «Я пастырь добрый, я знаю моих, и мои знают меня». Перевод Королякова. Очень незаметное изменение. «Я пастырь добрый, я знаю свое стадо, и мои знают меня». Это очень тонкое различие. В свете последующих слов, «Как Отец знает меня, так и я знаю Отца», это изменение разрушает тонкое отличие выражений, используемых в оригинале, которые имеют определенный грамматический смысл, показывают взаимоотношения между отцом и сыном и показывают, что Иисус является Богом. Это очень тонкое изменение, чтобы лишить Иисуса Христа его власти. Деяние 28 глава 29 стих. И тогда будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат. Когда он сказал это, иудеи ушли много споря между собою, так говорится в переводе короля Якова. Зачем они убрали этот стих? Почему пришлось убрать этот стих в Ревай стандарт Version? Я скажу вам почему. Потому что когда человеку нужно принять решение за или против Евангелия, это будет вносить разделение в его жизнь. И здесь мы читаем о том, что они ушли много споря между собой. Но дух экуменизма говорит о том, что все должны собраться вместе. Мы одна большая семья, но здесь мы видим дух разделения. Вы видите различие? Очень важное различие. Поэтому Иисус является камнем преткновения для многих людей. И очень важно, чтобы мы знали, что Библия говорит об этом. В первой части мы сказали, что Евангелие разделяет. Когда мы проповедуем Иисуса Христа, люди принимают решение. Евангелие — это обоюдоострый меч, который проникает до самых глубин сознания. И люди принимают решение, основываясь на фактах. Они становятся то ли на одну сторону, либо на другую. Вот почему 29 стиха в Экуменической Библии мы с вами не находим, потому что здесь говорится о большом споре, который произошел, и о разделении, которое произошло между иудеями. 1 Коринфянам 10, 28. Но если кто-то скажет, это было принесено в жертву, тогда ради сказавшего вам и ради совести, и так далее. Перевод Королякова. Но если кто -то скажет вам, — это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Итак, почему в Библии есть определенные правила? Потому что все это принадлежит Богу. Итак, кому мы принадлежим? Господу. И здесь говорится об Иисусе Христе. О, но они не хотят принадлежать Иисусу, потому что эзотерики, масоны, признают Богом кое-кого другого. Поэтому во всяком месте, во всяком стихе, где Иисус изображен как Господь всей земли, все эти стихи систематически уничтожаются из Библии. Откровение, 14 глава, 5 стих. В их устах не найдено никакой лжи, и они непорочны. Новый международный перевод. Никакой лжи не было найдено в устах их, и они непорочны. Перевод короля Иакова. И в их устах нет лукавства, и они непорочны пред престолом Божьим. Вы видите, что здесь говорится об ответственности, которую мы несем перед высшей властью. В первом же варианте нет речи ни о какой ответственности. Вы ответственны только сами перед собой. Здесь же важно кто управляет вами. Откровение, 22 глава, 14 стих. Довольно-таки радикальное изменение. Блаженны те, которые выстируют свои одежды. Я думаю, что они выберут правильный стиральный порошок. Я не знаю, какой марки, но, возможно, это им поможет. Перевод короля Иакова говорит: блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни, войти в город воротами. Какой из этих вариантов наиболее верный? Опять же, в первом варианте никакой ответственности. Интересно, чем вы собираетесь выстирать ваши одежды? Чем вы собираетесь отстирать ваши одежды? Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его. Здесь говорится о послушании. Давайте изменим это. И они выбросили это из трех переводов. Луки, 4 глава, 8 стих. Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана написано ⁇ Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи ⁇ Библия Дуэя, которая является преимущественно изуитской Библией или результатом изуитской Библии, Иисус, отвечая, сказал ему ⁇ Написано, ты должен почитать Господа Бога и ему только служить ⁇ Кое-что пропало. Revise Standard Version, то же самое. Иисус ответил, так написано, поклоняйся Господу Богу и ему одному служи. Новый международный перевод. Иисус ответил, написано, поклоняйся Господу Богу и ему одному служи. Хм, они кое-что упустили? Что же они упустили? Отойди от меня, сатана. Хм, почему? Почему же они это упускают? Почему убрали? Выражение «отойди от меня, сатана» было упущено, потому что Иисус использовал то же выражение позже к Петру, в Матфея 16, глава 23 стих, для того, чтобы обличить апостола. И им бы не хотелось, чтобы тот же дух присутствовал здесь. И это касается учения о том, что Петр впоследствии стал первым папой. Это сложный вопрос, но это хорошее объяснение того, почему они убрали эту фразу. Деяние, 13 глава, 42 стих. Обратите внимание на это незначительное изменение, которое имеет большое значение для тех, которые соблюдают седьмой день в субботу. Перевод короля Иакова. Когда же иудеи выходили из синагоги, язычники просили проповедовать эти слова в следующую субботу. Я хочу сказать, чтобы вы помнили, что все это основывается на греческом оригинале. И те изменения, которые они сделали, были сделаны умышленно этими людьми перевод «дуэя», который, как я повторюсь, был основан на иезуитской Библии. И когда они выходили, они желали, чтобы они проповедовали те же слова в следующую субботу. В РСВ мы видим то же самое. Когда они выходили, люди просили их проповедовать те же слова в следующую субботу. Новый международный перевод говорит, когда Павел и Варнава выходили из синагоги, люди пригласили их говорить опять в следующую субботу. Вы видите, что в переводе короля Якова сказано, когда иудеи выходили из синагоги. Что это значит? Это значит, что они проповедовали иудеям. И затем пришли язычники и сказали, вы могли бы проповедовать нам это же в следующую субботу. Это означает, что язычники желали прийти в субботу. Теперь, если вы изымите упоминания о иудеях, то тогда уже непонятно, о каком дне идет речь. Суббота может быть любой день, и здесь может быть экуменическое собрание. Но когда говорится об иудеях, то тогда понятно, что такое суббота. Это седьмой день суббота. Речь идет о конкретном дне. Это очень тонкое изменение, но мы видим какие... Ловкие эти ребята, которые изменяют Библию. Следующее еще хуже. Очень незаметное изменение, но очень успешное в кавычках, можно так сказать. Деяние 16 глава 7 стих. Дойдя до миссии, предпринимали идти в Вифинию, но дух не допустил их. Что же сделали в иезуитской Библии? Когда они пришли в миссию, дух Иисуса не пустил их. Revised Standard Version — то же самое, Дух Иисуса. И новый международный перевод — то же самое, Дух Иисуса. Возникает вопрос, почему? Для того, чтобы понять это, нужно понимать оккультное мышление. Итак, что же здесь происходит? В первом варианте мы видим Дух Божий, который говорит ученикам не идти. Здесь же, во втором варианте, в третьем и четвертом, Дух Иисуса. И это подразумевает, что определенный Дух контролирует Иисуса. Вы понимаете? Новый век учит, что Иисус был одним из посвященных мастеров или учителей, который пришел на эту землю. И у него не было силы, чтобы исполнить эту миссию, поэтому он был под покровительством Матрея, который использовал его как куклу. Они этому учат. Здесь появляется та же самая идея. Иисус контролируется Духом. И этот Дух говорит ученикам, что делать. Здесь же подразумевается, что Дух говорит «нет». И если Иисус сказал «нет», и Дух говорит «нет», значит, они едины. 1 Коринфянам, 5 глава, 7 стих. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Дуэй говорит, «Потому что Иисус, наша Пасха, заклан». Аресвим, «Потому что Христос, наш пасхальный агнец, принесен в жертву». «Потому что Христос, наш пасхальный агнец, заклан». И это немаловажно. Чего здесь не хватает? За нас исключительная роль Иисуса Христа и Его значение должно быть изъято. Печальное положение дел — вы не найдете фразу «Его кровью» ни в иезуитской, ни в американской пересмотренной Библии. Она отсутствует вплоть до времен Оригена, 200-й год нашей эры, который открыто отрицает, что тело или душа нашего Господа было принесены в жертву ради нашего искупления. Оккультисты учат, что Иисус Христос никогда на самом деле не умирал за вас. Оккультисты учат, что Иисус Христос имел эзотерическое тело. Он не пришел во плоти. И Библия говорит, что каждый, кто говорит, что Иисус Христос не пришел во плоти, это антихрист. Оккультисты учат, что когда Он висел на кресте, это была только иллюзия для иудеев, и на самом деле Бог убрал его оттуда до того, как он умер. Поэтому он никогда не умер за вас. Теперь вы понимаете разницу? Итак, здесь мы видим ту же идею. Он не был распят за нас, потому что эзотерически он не умирал за вас. Потому что вы не нуждаетесь в Спасителе, вы сами можете спасти себя, вы боги. Это заблуждение в высшей степени. Сила Божья отрицается. 1 Петра, 1 глава, 22 стих. «Очистив души ваши через послушание истине, через Духа, нелицемерному братолюбия, постоянно любите друг друга от чистого сердца». В РСВИ говорится, «Очистив души ваши вашим послушанием» вашем послушании истине для искренней любви к братьям любите друг друга и так далее новый международный перевод теперь вы очистили себя будучи послушными истине для искренней любви к братьям любите друг друга сильнее от всего сердца в искаженном варианте перевода послушание это то чего вы достигли очищая самих себя в оригинале же послушание является результатом работы живущей в вас силы чьей? Божьей посредством Духа. Какой из этих вариантов вы предпочитаете? Даже дело не в том, какой вы предпочитаете, а вопрос в том, что они изменили. Здесь, в искаженном варианте, это не Бог, не Христова сила в вас делает изменения, а вы сами своими силами. Это оккультная теория, не имеющая ничего общего с Библией. 2 Тимофея. 4 глава, 1 стих. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствие Его». Это очень важное маленькое изменение. Одно маленькое слово, один предлог. И как сильно меняется смысл этого стиха. Очень сильно меняется. В явлении Его и Царствие Его. Дуэй. «Заклинаю тебя перед Богом и Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых своим пришествием, своим царствием. Ревайс то же самое. Новый международный перевод в свете своего пришествия. Итак, что здесь подразумевается? Здесь подразумевается, что суд происходит тогда, когда Иисус приходит во второй раз. Иисус скоро придет во второй раз. Что подразумевают искаженные варианты? Они подразумевают нечто совершенно другое. Перевод короля Иакова говорит о суде как о происходящем во время явления Иисуса Христа и Его царствия. Изуидская и пересмотренная Библия помещают его в неопределенном будущем. Так или иначе, это может произойти в любое время. В сущности, Римо-католическая Церковь исповедует амиленаризм. Нет тысячелетнего царства, потому что Церковь уже правит царством. Важный момент. И это также является не библейским. Поэтому нужно изменить эти стихи, чтобы привести в согласие с римокатолическим мышлением. Евреям, 7 глава, 21 стих. Перевод короля Иакова. «Ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано, клялся Господь и не раскается, ты священник во век по чину Милхисидека». Итак, Иисус является священником по другому чину, более высокому чину. Мы знаем, что только левиты могли быть священниками, но Иисус был из колена Иуды. И поскольку Он был из колена Иуды, то возникает вопрос, как Он мог быть священником? Но Он был священником более высокого чина, по чину Милхисидека, который был царем Салима. Как же Библия Дуэя подает этот стих? «Ты священник вовек». Где же остальное? Арсвид, то же самое, ты священник во век. Новый международный перевод. Ты священник во век. Это выражение по чину Мелхисидека отсутствует, поэтому священничество Иисуса не является особенным. Интересно, не так ли? Знаете ли вы, что масоны, когда они совершают обряд посвящения, они совершают обряд по чину Мелхисидека? Знаете ли вы, что мормоны, когда они посвящают в более высокую степень, это происходит по чину Милхисидека, так что он уже стоит выше Иисуса? Это уже интересно. Итак, мы видим, что этим они унижают Иисуса. Иоанна 5, глава 39 стих. Исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. Вы исследуете Писание, потому что вы думаете иметь через них жизнь вечную. Новый международный перевод. Вы старательно изучаете Писание, потому что вы думаете иметь через них жизнь вечную. Какое здесь различие? Здесь мы видим повеление. Исследуйте Писание. Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. Здесь же говорится о том, что они изучают Священное Писание. На этот счет Дублин Ревью — это католическая газета. Обратите на это внимание. Это католическая статья, 1881 год, июль. Наверное, самое неожиданное изменение из всех является Иоанна 5, глава 39 стих. Мы его только что с вами читали. Там больше не говорится «исследуйте Писание», но «вы исследуете». Таким образом, протестантизм теряет саму цель своего существования. Итак, они знают, что они делают и зачем они это изменяют. Потому что мы верим, что необходимо исследовать Писание для того, чтобы найти жизнь вечную. И здесь протестантизм терпит поражение. Так они верят. Так они верят в это. Здесь они выступают против чудес. Иоанна 2.11. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, арсви знамения, э и чудесные знамения. Они больше не называют это чудесами. То, что делал Иисус, было чудом. Этого никто не мог повторить, потому что Иисус был неповторим. Он отличался от всех. Он не был просто волшебником. Слово чудо мы находим в множественном и единственном числе 32 раза в авторизированной версии Нового Завета. Увы, какое опустошение произвела пересмотренная версия. В 23 местах слово чудо вообще исчезло. В 9 остальных случаях, хотя термин не присутствует в тексте, но его лишили силы слабыми изменениями в примечании. Защита нашей авторизированной Библии профессора Уилкинсона. Учение о покаянии или обращении также подвергается сомнению. Матфея 18, 2 и 3 стих. И сказал Иисус, если не обратитесь и не будете как дети, аросви. И он сказал, если не повернетесь и не станете как дети, повернуться куда? Новый международный перевод. Если не изменитесь и не станете как маленькие дети, что значит измениться? Обращение — это очень сильный термин, и он подразумевает именно то, что он значит, но они решили убрать его. Копнем глубже. Человеческое знание ставится выше Божьего слова пересмотренным переводом. Иоанна 1, 3 и 4 стих. «Без него ничего не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь». Арсви делает примечание. «Без него ничто не начало быть, и то, что начало быть, имело жизнь в нем». Это тонкое, маленькое изменение. Но давайте посмотрим, куда это нас приведет. Теория эволюции вместо творения. Евреям 11.3. Перевод Короля Якова. «Верую, познаем, что миры устроены Словом Божьим». Ривай Стандарт Вершин в примечании говорит, «Верую, познаем, что веки устроены Словом Божьим». Здесь уже говорится «веки». Ну что ж, хорошо. Новый международный перевод говорит, Верую, познаем, что Вселенная была сформирована Божьим повелением. Они могут сказать: "Ну и в чем разница? Подумаешь, там говорится миры, здесь говорится Вселенная. Подумаешь, большое дело." Но давайте мы обратимся с вами к профессору Вескоту и узнаем, что у него было на уме, когда он вносил это изменение. Всегда полезно обратиться к первоисточнику. Давайте спросим его. Вот что он говорит. В этой связи мы видим полное значение слов, используемых для описания творения в Евреям 11 глава 3 стих. «Верою познаем, что миры, или века, или вселенная, что подразумевает временной аспект, были созданы Словом Божьим». Вся последовательность жизни во времени, которую мы называем миром, была сформирована Богом. Одно Его творческое Слово включала гармоническое раскрытие от начала до конца всего, что Он создал. И по отношению к Богу это является единовременным действием. Но по отношению к нам, как они извращают все, но мы должны дочитать эволюционной, упорядоченной последовательностью. Итак, вы видите, во что они верят? Они верят в эволюцию. И если вы верите в эволюцию, то вам нужно убрать кое-что, чуть-чуть подправить, чтобы подправить первоисточник. Колоссянам 1 глава 15-16 стих. «Который есть образ невидимого Бога, первенец всякого творения, ибо им создано все». Сказано достаточно ясно. Никаких сомнений, Иисус был Творцом. А Россия говорит следующее. «Он образ невидимого Бога, первенец всего творения, потому что в Нем все создано». Ах, ну да, конечно, если все мы боги, то и о нас можно сказать то же самое текст пересмотренного перевода в понимании переводчиков скрывает применение этого текста к материальному творению, так как говорит перевод Короля Якова, и только ограничивает это духовным применением в христианстве. Итак, мы видим, они решили изменить все учение о творении. Перевод Короля Якова, Евреям, 1 глава, 2 стих, «Которым сотворил миры». Пересмотренный перевод в сносках говорит, «Которым также века сотворил». Новый международный перевод которым Он сотворил Вселенную. Теперь становится возможным одухотворить творение очень незаметное, маленькое изменение. Ефесянам, 3, глава, 9 стих, меня по-настоящему раздражает. Новый международный перевод говорит: и открыть всем, в чем состоит домострительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все. Как вы думаете, что говорит перевод Короля Якова? Давайте прочитаем создавшим все Иисусом Христом. И так они убирают Иисуса отсюда. Не кажется ли вам это очень изощренным нападением на Иисуса Христа и на его роль? Но как мне кажется, это открытое, наглое нападение на Христа. Но Дух не допустил их. Мы уже говорили с вами об этом стихе. В сносках говорится Дух Иисуса. Дюэйс Хош с пересмотренным переводом. Об этом изменении Миллиган говорит. Деяние 16 глава 7 стих, бросающийся в глаза выражение «Дух Иисуса» не просто «Дух», как в авторизованном переводе. Подразумевает, что Святой Дух имел такую власть над личностью прославленного Иисуса, что он должен быть назван Духом Иисуса. Это авторитетный комментарий слова эксперта. Итак, это то изменение, которое они хотели сделать. Вы также знаете, что Хорд отрицает искупление. Они не приемлют учение о том, что Иисус Христос умер за вас, пролив свою кровь. Давайте посмотрим Колоссянам, 1 глава, 14 стих. Перевод Королякова. «В котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Иезуитский перевод. «В котором мы имеем искупление и отпущение грехов». Что здесь отсутствует? Отсутствует выражение «кровью Его». Что же говорит пересмотренный перевод, в котором мы имеем искупление и прощение грехов? И новый международный перевод говорит, в котором мы имеем искупление и прощение грехов. Да это ведь то, что говорит Иезуитская Библия. Поэтому, когда вы читаете новый международный перевод, главным образом вы читаете Иезуитскую Библию. Выражение кровью его изъято из текста. Они изменяют учение об искуплении. «Пасха наша Христос заклан за нас». Я уже показывал этот стих, вот он опять. И мы видим, что они изымают из текста выражение «за нас». Это отсутствует в RSV и в NIV. Для них это не имеет разницы. Один автор так выражает свое негодование по поводу тех изменений, которые были сделаны в этом отрывке. Это преподобный Биркс из коллекции мыслей Уорфилда. «Взбешен ли я? Да. И у меня есть причины для этого бешенства, когда я нахожу старый отрывок, «Пасха наша, Христос, заклан за нас» — отрывок, который звучит как ключевой во всем учении об искуплении, необоснованно изменен на «Пасха наша была распятой даже Христос». И мы имеем такие изменения повсюду. Я верю, что их называют улучшением стиля, их авторы, но больше никто другой. Мне нравится его стиль. Этот автор знает, что он хочет сказать. Я согласен с вами на 100%. Что касается учения о втором пришествии Христа. Разве не интересно, что и это учение они изменили? Матфея 24 глава 3 стих. Перевод короля Якова. Какой признак твоего пришествия и конца мира? Пересмотренный перевод в примечаниях. Какой признак твоего присутствия и конца века? Ну что ж, неплохо. Получается, Иисус Христос не придет. Видимым образом, просто Он будет присутствовать, где-то прятаться там, здесь. Если услышите, что Он там или здесь, не выходите. Вы знаете эти стихи. Давайте пойдем дальше. Филиппийцам 3 глава 20-21 стих, который изменит наше порочное тело, чтобы оно было подобно Его славному телу. Измененный перевод говорит, который облечет заново наше тело уничиженное, чтобы оно соответствовало телу его славы. В чем же разница между этими двумя вариантами? Почему они так много трудятся, чтобы изменить эти стихи? Давайте спросим их. Изменение, которое происходит в нас, согласно переводу короля Иакова и другим писаниям, это изменение, которое происходит только во время второго пришествия Христа. Это физическое изменение материальной реальности. Но изменение, о котором говорится в пересмотренном переводе, происходит и до пришествия Христа, или может продолжаться, когда вы все больше и больше вовлекаетесь в христианство. Это изменение от абстрактных пороков к абстрактным добродетелям. Вы видите, что они делают пришествие Христа духовным. Библия учит, что Иисус придет во славе, и в тот же момент спасенные изменятся. Но они не приемлют этого, они предпочитают реинкарнацию. 2 Фессалоникийцам 2 глава 2 стих. Это интересный стих. «Не спешить колебаться умом, будто уже наступает день Христов». «Наступает» — это значит, что «скоро придет Христос». Пересмотренный перевод говорит «наступил». Хм. Это подразумевает, что Христос уже может присутствовать. Уже наступил говорит новый международный перевод. Итак, мы опять видим небольшое изменение, которое касается повествования о втором пришествии Христа. Титу 2.13. Перевод короля Иакова. «Ожидая блаженного упования и славного явления великого Бога и нашего Спасителя Иисуса Христа». Измененный перевод. «Ожидая нашего блаженного упования, явления славы нашего великого Бога и Спасителя Иисуса Христа». Вы заметили тонкое изменение? «Изменяя прилагательное «славное» на Существительная слава, переводчики удаляют второе пришествие Христа из этого стиха. Теперь здесь говорится не о том, что Он придет, а о событии, которое может произойти в любое время. Откровение, 1 глава, 7 стих: Все грядет с облаками, и все племена земные возрыдают из-за него. Обратите внимание на это изменение. Это перевод Короля Якова. Из-за него. Измененный перевод все грядет с облаками, и все племена земные восплачут над ним. Итак, что же это значит? Вы помните, что Хорд сказал, мы будем изменять там немножко, здесь немножко. Вот что говорит Вескот. Все племена земные будут плакать над ним в скорби покаяния, а не так, как говорит авторизованный перевод, что они будут плакать из-за него, ожидая ужасного возмездия. Итак они говорят, что когда Иисус придет, все они будут плакать над ним скажут мы сожалеем, что мы сделали он скажет ну хорошо дети мои, теперь я всех вас спасаю. тогда как в предыдущей версии был суд перед потопом и будет суд во время второго пришествия Христа. Не так ли говорит Библия? Да теперь они все это одухотворили и все это в духовном смысле. Теперь у вас будет еще один шанс, даже если вы что-то делали не так. Ну подумаешь, будет реинкарнация, все можно исправить. Доктор Александр Робертс, член Новозаветного общества, он, конечно же, выступает за изменения. Вот что он говорит. Деяние 3 глава 19-20 стих ⁇ это невозможный перевод, который мы видим в авторизованной версии, согласно которого Иисус придет судить мир. Нет, мы этого не хотим. Там содержится призыв к покаянию. И он говорит по эсхатологическим причинам. Очень важно, чтобы было представлено наиболее верное изложение этого отрывка, таким, как оно дано в пересмотренной версии. Другими словами, он говорит, мы изменили это, поэтому теперь уже нет больше никакого суда во время пришествия. Ну что ж, спасибо. Большинство переводчиков пересмотренного перевода не верят в личное возвращение Иисуса Христа перед восстановлением всех вещей, о котором говорит авторизованный перевод этого отрывка. Итак, они изменяют все учение. А ведь это немаловажно. Верите ли вы во второе пришествие Христа и в то, что произойдет тогда? Марк 7,19. Это изменение очень вопиющее, очень нахальное изменение, открытое. «Ибо не входит в сердце, но в чрево, и выходит наружу, очищая всякую пищу». Что говорит перевод короля Иакова? Говорит о том, что оно входит не в сердце, а в чрево и выходит наружу. Пересмотренный перевод говорит, поскольку это входит не в сердце, но в чрево и выходит наружу, поэтому он называет всякую пищу чистой. Извините, где Иисус называет всю пищу чистой в этом переводе? Нигде. Давайте посмотрим, что говорит новый международный перевод. Там изменения еще более вопиющие. Это очень серьезное изменение, потому что входит не в сердце, но в чрево и выходит из тела. Сказав это, Иисус назвал всякую пищу чистой. Говорил ли Иисус это? Он нигде этого не говорил. Итак, здесь мы видим новое учение. Интересно. И для тех, кто любит новый международный перевод, могут возникнуть трудности с тем, чтобы доказать этот факт. Луки, 23 глава, 44-45 стих, перевод короля Якова. «И было около часа шестого, и была тьма по всей земле до часа девятого, и солнце померкло». Это было чудо, указывающее на то, что Иисус был Сыном Божьим, и это было чудо вселенского масштаба. Измененный перевод говорит, что солнечный свет был недостаточно. Мафад же говорит, вызвав солнечное затмение. Интересно, откуда он это взял? Итак, мы видим, что в этих измененных переводах нет никакого чуда. 1 Коринфянам 7 глава 5 стих, они выбрасывают упоминание о посте, потому что пост может быть полезным иногда. В Иоанна 9.4 изменено всего одно маленькое слово. Посмотрите, как изящно они это делают. Мне должно делать дела пославшего меня. Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Искаженные переводы говорят, нам должно делать дела пославшего меня. В чем разница между этими двумя вариантами? На самом деле разница огромная, потому что в первом варианте Иисус является единственным, кто может совершать эту работу. Согласно же второго варианта, каждый может это делать. Я покажу вам современных проповедников в следующих лекциях которые стоят за кафедрой и говорят, они могут спасти вас так, как Иисус. Я покажу вам этих проповедников, высокопоставленных проповедников этого мира, которые говорят это дословно. И что же мы видим? Ну что же, нет проблем, можно использовать этот стих только с небольшим изменением. Одна небольшая поправочка. 2 Тимофея, 4 глава, 1 стих. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его». И с другой стороны мы видим «своим явлением». То же самое изменение, которое касается учения о втором пришествии Христа. 1 Коринфянам 11, 29. Здесь мы сталкиваемся с огромным вопросом транссубстантивации, то есть вопрос мессы затрагивается. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Измененный перевод. Кто ест и пьет, не рассуждая о теле, ест и пьет осуждение себе. Отсутствует слово недостойно и слово Господне. Новый международный перевод. «Кто ест и пьет, не распознавая тело Господня, ест и пьет осуждение себе». Это же католицизм в чистом виде. Мы здесь видим речь о призраке. Здесь мы видим трансубстандивацию. Отсутствие слов «недостойно» и «господнее» является осуждением протестантов, которые не верят в то, что хлеб превращается в тело Христа. Это иезуитская Библия. Новый международный перевод — это иезуитская Библия. Без сомнения. Я читал эту Библию, и я все еще держу ее на полке, но я использую ее для того, чтобы показывать те изменения, которые были сделаны. Поэтому не выбрасывайте их, сохраняйте, чтобы другие не читали эти те ереси. Теперь, что касается вопроса исповеди. Католицизм учит о необходимости исповеди перевод короля Иакова говорит «Признавайтесь в проступках друг перед другом». Что же говорит измененный перевод? «Исповедуйтесь в грехах друг перед другом». Новый перевод. «Исповедуйтесь в ваших грехах друг перед другом». Католическая газета «Дублин Ревью» в июле 1881 года говорит, «Апостолы не имели власти прощать грехи и даже отпускать их. Исповедуйте ваши грехи. Это новое чтение Иакова 5 глава 16 стих. Итак, было ли это изменение случайным? Нет. Это изменение было умышленным, спланированным. Таким образом, они привносят исповедь в новый международный перевод. Евреям 10.21. Перевод короля Иакова. Имея великого первосвященника над домом Божьим. Первосвященника. Пересмотренный перевод. Имея великого священника. Новый международный перевод. Великого священника. Хорошо. Это подразумевает, что могут быть другие священники. Есть великий священник, но есть и другие священники, не такие великие, также представляющие значение «но». Великий священник — это один священник. Теперь же можно иметь священство, что немаловажно. И вот очень важный стих. Я хочу, чтобы вы все обратили на него внимание, все, кто здесь находится. Этот стих очень важен для вас, и он неимоверно важен для меня все устройство церкви изменено в Деяниях 15 глава 23 стих. Перевод короля Якова. И они написали письма им следующим образом. Апостолы и пресвитеры и братья посылают привет братьям. Итак, кто посылает эти письма, эту информацию? Апостолы, пресвитеры и братья посылают первое апостольское послание к церквям. Пересмотренный перевод говорит, «Со следующим письмом братья и апостолы и пресвитеры, братьям, которые из язычников». Новый международный перевод. «С ними они отправили следующее письмо. Апостолы и пресвитеры, запятая, ваши братья, верующим язычникам». Что это значит? Это очень важно. Все, что они сделали, это изменили запятую. Это все, что они сделали. Но изменения, это незначительное изменение, приводит к большим, большим, огромным последствиям. Потому что здесь вы видите три группы, которые существуют в церкви: апостолы, затем Пресвитеры, и затем братья. И Петр говорит, что все мы священники, так или нет? Все вы священники. Здесь же мы увидим две группы апостолы и пресвитеры. И тем братья. Итак, что же они думают обо всем этом? Этот отрывок используется как основание, на котором основывается доказательство отделения Богом Клира от рядовых, простых братьев в своей функции. Существует огромная разница. Посылаются эти авторитетные послания с первого собора христианской церкви от имени апостолов и пресвитеров только или же от имени апостолов, пресвитеров и братьев. Здесь опять, для того, чтобы принести это изменение, переводчики, корректоры упускают два греческих слова. Итак, они изменяют этот стих, упуская два греческих слова. И теперь у них есть апостолы и пресвитеры, и с другой стороны братья. Приходилось ли вам слышать, как люди говорят, вы не можете этого проповедовать, вы не богослов? Вам приходилось такое слышать? Какое право вы имеете стоять и проповедовать Слово Божье? В своей жизни мне приходилось это слышать много-много раз. Я не богослов, но я брат. Я принадлежу к братству, как все вы. Вы имеете полное право возвещать Слово Божье, потому что вы священники Всевышнего. И это изменение, запрещающее вам проповедовать, потому что вы не богословы, исходит от изуитов из преисподней. — это не библейское учение. Каждый является священником Бога. Поэтому игнорируйте, не обращайте внимания, когда они говорят, что вы не богослов, и вы не имеете права. Вы имеете право читать Слово Божье, как и они. Это очень существенное изменение, и оно меня возмущает. Это имя священников и священства — очень уместно, как говорит святой Августин, мы опять обращаемся к отцам церкви, которая отделяет от простых и невежественных людей, тех, которые рукоположены, приносить Христа как бескровную жертву Его Небесному Отцу за нас, проповедовать и совершать таинства и быть пастырями народа. Они полностью поддерживают в своих переводах. Теперь вы видите, в чем тут дело. Августин говорит, «Мы — святое священство, а вы — невежественные люди. Мы вам будем говорить, во что вам надо верить». Библия говорит, «Нет, нет, нет, такого нету». И это первое послание очень важно. Евреям, 9 глава, 27 стих. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». Здесь говорится очень ясно. Пересмотренный перевод. «И как назначено человеком умереть однажды, а потом придет суд». Новый международный перевод. «Умереть однажды и после этого встретить суд». Давайте спросим этих людей, что же это значит. Кеннон Фаррар называет это изменение не случайным. Должно быть, ему это известно, потому что он принадлежал к этой известной организации Клуб Апостолов. Вы помните, что Хорт принадлежал к этому тайному обществу. И вот что он говорит. Есть положительная уверенность, что здесь не подразумевается суд в том смысле, в котором это слово широко понимаемо. Удаляя артикль, который авторы перевода короля Иакова неправильно поставили. Авторы пересмотренного перевода помогают, как и во многих других местах, незаметно устранить глубоко укоренившиеся ошибки. Это говорит человек, именующий себя апостолом, но апостол иного рода, как я вижу. В момент смерти каждого из нас происходит суд. Как говорит священный писатель, суд... Последний суд может не произойти на протяжении многих веков. Опуская этот неподтвержденный маленький артикль из авторизированной версии, Переводчики основываются ни много ни мало, но на учении о существовании промежуточного состояния. Ага. Итак, убрав маленький артикль, вы уже получаете чистилище в чистилище вашей Библии. Вы можете доказать чистилищем, но вы не сможете доказать, что однажды человек умирает и потом суд. Луки 1 глава 27 стих. «Совершить милость, обещанную нашим отцам». Пересмотренный перевод. «Явить милость нашим отцам». Хм, это тоже очень интересно. Хм, если Бог может проявить милость к нашим отцам, то оказывается я могу молиться за мертвых. Могу ли я молиться за мертвых? Очевидно, что да. Если читать этот стих буквально, то каждый придет к убеждению или, по крайней мере, к впечатлению, что отцы, которые уже умерли, нуждаются в благодати. И что Господь Израилев готов явить ее им. Но где же эти отцы? Не в раю, где благодать уже изливается с радостью. И, конечно же, не в аду, где осужденные лишены благодати. Они находятся где-то между раем и адом. Может быть, в лимбо или чистилище. Конечно же, в одном из этих двух мест. Итак, теперь мы имеем чистилище в Библии. Знали ли вы об этом когда-либо? Если у вас новый перевод Библии, вы можете доказать из существования чистилища. Епископ утверждает, что корректоры, делая это изменение, защищают иезуитский Новый Завет 1582 года и осуждают перевод короля Иакова за искажение. Ну да, конечно, иезуитская Библия. 1 Петра, 4 глава, 6 стих. «Посему Евангелие было проповедано тем, которые умерли, Пересмотренный перевод говорит, поэтому Евангелие было проповедано даже мертвым. И новый международный перевод. По этой причине Евангелие было проповедано даже тем, которые сейчас мертвы. Итак, в чем разница? Что это значит? В первом варианте Евангелие было проповедано тем, которые сейчас уже мертвы. В прошлом они слышали Евангелие, но сегодня они мертвы. Здесь же во втором варианте Евангелие все еще проповедуется мертвым. Деяние 24 глава стих 15. Что будет воскресение мертвых. Но пересмотренный перевод говорит, будет воскресение праведных и неправедных. Итак, если вы мертвы, вы мертвы, но потом вы воскресаете, согласно Библии короля Якова, но не согласно другим переводам, вы можете быть призраком. Поэтому мы можем увидеть учение о призраках. Иова 19.26. Энэй Сви говорит, после того, как моя плоть распадется, даже без моей плоти я буду видеть Бога. Итак, в каком состоянии вы можете видеть Бога? В состоянии призрака. Каспер ⁇ дружелюбный призрак. Именно о таком состоянии идет речь. Что же говорит перевод короля Якова? И даже если кожа моя будет распадаться, разрушая тело, я во плоти моей узрю Бога. Это большая разница. Первый говорит непонятно о чем, а второй о воскресении. Иов 26.5. Все неживое создано из-под воды и живущее из этого. Пересмотренный перевод говорит, они бестелесные духи в примечании, которые умерли, трепещут под водами и все живущие в них. Вау, как интересно, это уже более сложный материал. Итак, первый вариант говорит о том, что мертвые вещи сформированы из-под воды и живущие в них. Неудушевленные вещи находятся там под водой. Пересмотренный же перевод говорит о том, что умершие трепещут под водами, так что нечто вроде чистилища или ада находится под водой. Новый международный перевод еще более откровенно говорит, мертвые пребывают в сильных мучениях, те, которые под водами, и все живущие в них. Вау. Теперь мы увидим кое-кого, кто там жарится под водой в чистилище. Итак, новый международный перевод опять преподает абсолютно небиблейское учение. Перевод Короля Якова: Господь знает, как избавлять благочестивых от искушения и соблюдать неправедных ко дню суда для наказания. Посмотрите, что говорит Новый Международный перевод. Неправедных ко дню суда, в то время как Он продолжает их наказание. Что мы увидим здесь с вами? Эти искаженные переводы Библии просто отвратительные. Они отвратительные, потому что они преподают совершенно другое учение. Разные пространства, в которых существует в сознательном состоянии мертвый, как учит католическая церковь, поддерживается пересмотренным переводом. «И поклонятся ему все, живущие на земле, имена которых не записаны в книге жизни у Акца, закланного от создания мира». А что же говорит нам пересмотренный перевод. И все живущие на земле поклонятся Ему. Все, чьи имена не были записаны в книге жизни от создания мира. Итак, их имена должны были записаны быть в книге жизни от создания мира. 1 Коринфянам, 15 глава, 3-4 стих, перевод короля Якова говорит, «И он воскрес в третий день». В то время как пересмотренный перевод говорит, «Он был воскрешен в третий день». Какая разница между этими двумя в первом варианте говорится, что Иисус сам имел силу воскреснуть из мертвых. В другом же варианте говорится о том, что Он был воскрешен, потому что Он ниже Бога. Вот в чем разница. 1 Коринфянам 11 глава 24 стих. Вопрос «Мессы» затрагивается. Перевод короля Якова говорит «Примите, едите, сие из тела мое за вас ломимое». Пересмотренный перевод говорит возблагодарил, преломил и сказал, «Это тело мое для вас, делайте это в мое воспоминание». Итак, здесь мы видим буквальное тело. Это католическое учение. Это нет. Христос присутствует с нами всегда, не лично, но Духом Своим. Учение авторов пересмотренного перевода о Мессии делает ненужным и разрушает истину о том, что он придет во второй раз не для очищения греха, а для спасения. Евреям 9.28. Кардинал Вайсман рад, что поборники пересмотренного перевода защищают католическую Библию. Когда мы думаем о том пренебрежении, с которым реформаторы относились к вульгате, и впоследствии о их возвращении к греческому оригиналу как единственному точному стандарту, нам остается только радоваться тихому триумфу, который истинно одержал в конце концов в вопиющем заблуждении. В действительности главные авторы, которые отомстили за Вульгату и вернули ей это важное превосходство, являются протестантами. Лично я глубоко сомневаюсь, что они когда-либо были протестантами. Я думаю, это изуиты, потому что мы видели с вами это в одной из предыдущих лекций. И у нас есть подобное заявление от преподобного Томаса. Краткая проверка, которую я сделал в пересмотренном переводе Нового Завета, убедила меня в том, что комитет трудился с огромной старательностью и что они издали перевод намного более точный, нежели в большинстве случаев среди протестантов. Итак, он говорит, это в согласии с католическим переводом и подтверждает точность нашей Библии. Итак, все эти изменения делались умышленно. Католический журнал называет пересмотренный перевод предвестником смерти протестантизма. Итак, протестантизм скоро умрет. Подобно разрушению иудейского храма, облако благодати уйдет из Святого Святых. То же самое произойдет с английской Библией, с храмом протестантизма. Она будет уничтожена. Ее больше не будет. У авторов пересмотренного перевода была прекрасная возможность внести некоторые изменения, говорит протестантский журнал. Но они занялись разрушением текста Библии. У меня один вопрос к вам. Был ли Иисус лжецом? Перевод короля Якова Иоанна 7 глава 8 стих. Пойдите вы на этот праздник. Я пока еще не пойду на этот праздник, потому что время мое не пришло. Пересмотренный перевод. Идите на праздник сами, я не собираюсь идти на этот праздник, потому что время мое еще не пришло. Во втором варианте Иисус говорит, я не иду, но потом пошел. А в первом варианте Иисус говорит, я пока что не иду, но потом он пошел. Итак, в первом варианте он говорит правду, а во втором — ложь. Решать вам, хотите ли вы, чтобы Иисус был лжецом, или же вы не хотите, чтобы он был лжецом. Наибольший вред причиняют те люди, которые лишают божественности Иисуса Христа. И об этом мы поговорим в следующей лекции. Спасибо.